выехали на очередной монтаж. С вами Дмитрий Михайлов. Коммент-бай. Такое вот такое строение. Гараж, банька. Сейчас зайдем вовнутрь, покажу вам, как будет, где будет стоять печка и как будем выводить дымоход. Вот эта печка Везувий в чугунном исполнении. 16-я моделька. Вот такой вот пьедестальчик маленький сделали. Ну, это не я делал, это делали заказчики. И проемчик маленький. Сейчас выйдем, еще этот кирпич выбьем, чтобы было выше. И все. А потолок деревянный, классика. Это когда-то был сарай. Вот эта вот балка, она мешает трубе, поэтому мы будем смещаться от нее. И поставим утепленный противопожарный узел. Закрепим. И наверху у нас будет... Шаг очень большой, не знаю, наверное, 1,5 метра. Одна доска точно вырежется, врежется рубероид. И прорежем шифер и выйдем наверх. Немножко покажу, что буду ставить. Вначале это будет, конечно, метраж. Миллиметровка 115-1.0. Толщина металла 430-я марка стали. Затем ставим насадочку нижнюю. Они отличаются. Визуально вы можете подумать, что они одинаковые, но они отличаются. Потому что сэндвич труба одевается, собирается по конденсату. Насадка нижняя. Потом метраж пошел. 115 на 200. 3 метра трубы. Еще половинка, если возможно, понадобится. Если надо будет, будем смотреть со смещениями. 45-очки взяли. Трехсегментные. Не двухсегментные, еще раз повторяю. Трехсегментные. Почему повторяю? Потому что они немножко дороже идут. И более правильно плавный переход делать, чем резким. И хомут оттяжка. Вот эти две планки в машине оставил. Покажу вам побочки, установлю. И в потолке будет стоять противопожарный узел. Обзоры по нему делал. Можете набрать ППУ утепленный или противопожарный узел утепленный. Я его описывал. И все, где есть дерево, будем отсекать толщина базальтового картона. 5 мм или шестерка, не помню, по-моему, пятерка прессованная. Размер 1200 на 600. Все. Это такой маленький экскурс. И грибок стандартный. Здесь ничего особенного. Его только надо приклепать, потому что стандартные грибки обязательно проклепывайте, они отваливаются. Не можешь такого точек поставить. Если только аргона не проварить с толщиной металла 1.0, это будет очень дорогой грибок и волшебный. Поэтому вот эти точки надо заклепать и здесь заклепать, чтобы не отвалило, чтобы вам не звонили, либо чтобы вы лишний раз не лазили. Не переделывали работу. Закончил монтаж дымохода. Поставили мы Везувий, печку на пьедестал. Ветровая труба изначально здесь стояла, но она пошла на подрезку, потому что подставка 700-ка. Шибер 25 сантиметров, угол 45-ка, еще проставка 25-ка, 45-ка и стар-сэндвич. Вот такая конструкция стандартная, со смещением. Вывели немножко по диагонали, потому что если выводить на нас, то занимает место и неудобно можно удариться головой. Поэтому вывели в сторону. Таким образом и отошли. Почему вообще выводили? Потому что, вон, видите, балка идет. Балка от балки. Подальше мы остановились. Сейчас поднимусь наверх, покажу вам. Ладно, наверху, чтобы было понятно. Короб со временем, он просто опустится вниз. Вагонка поставится. И на вагонку уже прикрепится сам короб из нержавейки. Он функциональный, он съемный. Вот, про что я говорил вам. Балка стоит. Базальтовым картоном отсекли. И то, что вырезали везде по кругу, по всему диаметру отверстия вырезанного, поставили базальтовый картон. Противопожарный узел. И внизу еще там буквально 5 сантиметров стоит базальтовая подушка. Ну, волокно базальтовое. Для того, чтобы подсоса воздуха не было. И наверху здесь то же самое. Все пообрезали. Чтобы понятно было, да? Какие зазоры я оставляю. Базальт тоже, базальт, везде базальтом подтекал все дерево. И такая хомут оттяжечка стоит на две стороны, для того, чтобы труба стояла ровно. Потому что когда вы ее не ставите, либо не ставите никакое крепление, то по экрану, во-первых, бьет постоянно от ветра, считается. Ну и трубу отцентровать довольно тяжело. Возможно, конечно, все, но это я считаю, что неправильно. Так она стоит жестко, метраж можно ставить любой, никаких проблем, она будет по уровню стоять, ничего не сдвинет ее. И снова, они подвижны. Если дом играет, то эти ставки тоже будут играть.